Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey, всем привет и приветствую вас на канале Денчик Зазанин. С вами, конечно же, Дэн. А если ты еще не подписан на мой канал, подписывайся. Тебе несложно, мне приятно. И не забывай, что добрые дела всегда возвращаются. А подписочка — это будет офигенски доброе дело, я так думаю. Можешь сразу заранее поставить лайкос. А сегодня мы посмотрим трейлер к такому триллеру, драме, который называется «Чудо». И выйдет он 16 ноября 2022 года. Это фильм от Netflix. Фильм про девочку из католической семьи, которую зовут Анна О'Доннелл. И она не кушала 4 месяца с тех пор, как ей исполнилось 11 лет, мне кажется, было в фильме. И с ней, ее здоровье не становится хуже. И поэтому там одна медсестра, доктор, отправляется проверить и разгадать ее тайну. Но тем временем многие туристы и паломники хотят повидать эту девочку, которая уже много месяцев не кушает. Поэтому давайте посмотрим трейлер. Кто кушает, приятного аппетита. Кто смотрит, приятного просмотра. Мы поехали. Кстати, Флоренс Пью просто суперская актриса, мне кажется. Вот так еще обладатель Оскара. We are proposing 8-hour shifts. There is to be no conferring between the two of you. On the 14th day, you will each present your separate testimony. May I ask, gentlemen, no one has told me what precisely is wrong with the girl. Anna O'Donnell doesn't eat. How long exactly has it been since the last time the girl ate? 4 months. Прикажите 4 месяца без еды. Arms up. And eyes wide open. Are you nervous at all? Why should I be nervous? Do you know the dangers of a prolonged fast, Anna? I don't eat sweets. I live in manna. From heaven. And how does that feel? Интересно. Full. Anna is in danger. She's an actress. She's chosen. Are you feeling well in yourself, Anna? Very well, father. Thank you. What right does a stranger have to come to me? Какая-то мистика такая чуть-чуть, не? I'm here to find out the truth. For Jesus, my savior. I am begging you, you must stop the watch. It was a terrible mistake to bring a nurse here, an English nurse. Will you help me? Что-то реально такое интересное. Фильмец кажется годный. Флоренс Пью, наверное, тоже хорошо сыграет свою роль, раз на Оскара номинирована. Ну, знаете, вот смотря этот трейлер, появилась такая интрига, что надо посмотреть, хочется посмотреть, что там происходит и как. Хорошо, что весь трейлер не показал, что будет в фильме полностью, да? Но по мне будет годненько, я думаю, что я посмотрю. Есть такая мистика какая-то, что какая-то скрытность, которую хочется узнать, разузнать. Поэтому будем ждать 16 ноября 2022 года. Кто не подписан, подписывайся. Ставь лайкосик, нажимай колокольчик, чтобы не потерять. Ну и, конечно же, до будущих.